Всем огромный привет, ребята, с вами я, Доминик Хорошавин. Сегодня в рамках второго этапа чемпионата Warm-Up Лиги, второй сезон на мини-куперах, продемонстрируем вам быстрый круг на трассе Донингтон Парк Нэшнл. Приятного просмотра, погнали! Что ж, начинаем наш круг с офигенно хорошего выхода с последней шиканы. Важно нам разогнать наш мини как можно лучше и эффективнее на вот этом старт-финишном прямике. Приближаемся к первому повороту, заезжаем в съезд карманчик на нем. Оттормаживаемся до третьей передачи как можно уже и глубже под внутренние поребри, как можно раньше наступаем на педаль газа, даем нашему мимику разогнаться. Приближаемся к секции быстрых поворотов. Здесь мы дубасим полный газ от поребрика к поребрику. Стараемся держать здесь идеальную траекторию, здесь можно чуть-чуть подрезать перед табличкой. Четвертая передача, как можно раньше наступаем на педальку газа в этом повороте. Здесь можем чуть-чуть выехать пошире. Стараемся не нарушать наш разгон и не терять нашу скорость. Шестая передача. Приближаемся к следующей небольшой точке торможения. Здесь сбрасываемся до третьей. Как можно раньше наступаем на педальку газа. Здесь нас по инерции выносит тоже на поребрике. Приближаемся к секции быстрых двух правых поворотов. Третья передача. Прошу прощения, четвертая. Как можно раньше тоже наступаем на педальку. Имеем офигенно хороший выход на задний прямик, который ведет нас к последней шикане. Здесь мы на спуске начинаем наше торможение. Третья передача. Как можно жестче режем вот эту шикану. Здесь стараемся получить максимально эффективный выход. И что же мы имеем? Мы имеем круг со временем минута 14,2. В целом, в теории, можно еще лучше улучшить на десятку, на две, но вот такой вот круг. То есть очень важно на этих миниках это качественно тормозиться. Первый поворот, он важен. Очень важен потом поворот, по-моему, номер 4, Old Herpin он называется. Потому что как можно раньше важно там наступить на педальку газа, и будет все хорошо. Собственно, вот такой вот был круг. Еще раз всем спасибо за просмотр. С вами был я, Доминик Хорошавин. Встретимся на трассе в этот четверг. Пока.